Жанночка, это поддающееся лечению заболевание, которое мы наблюдаем с самого твоего младенчества. Ты не одна. Есть и другие дети твоего возраста, которые были также заражены. Bonjour, je m'appelle Ardak. Bonjour, je m'appelle Jeanne. Наезди дом? Да, жду. Сколько? Одна. Семь. Зачем мы здесь? Почему именно мы? Никто не знает ответов на все вопросы. Ты когда-нибудь задумывалась о том, чтобы все изменить? Это почти невозможно. Наша с тобой жизнь точно короче, чем у других. Надо успеть все. Жить, любить, видеть красоту, видеть мир. Черт, страх! Давай сбежим. Куда? В Париж. Нам нужны деньги. У меня есть план. Это один из самых редких видов соколов. Их незаконно переправляют в арабские страны. Они почти исчезающий вид. Ты знаешь кого-нибудь, кто бы мог нам помочь? Где вы ее взяли? Я знаю много людей, которые готовы убить за эту птицу. Да из-за тебя одни проблемы! Ты долбаная сука! Мам, прости, пожалуйста. Нам нужно дать ей имя.